мычат. Ку-ку, котики. Я сейчас все включу. Красное ставим или какой? Короче, у меня просто сегодняшний стрим был под вопросом, потому что вы не представляете, что сегодня со мной делали у стоматолога. Я думала, я просто, я не знаю, с ума сойду. У меня столько было плохо, у меня столько было больно. Это просто таз какой-то. Короче, у меня распухла полностью губа, просто максимально. Как будто я реально губы накачала. Вы же любите писать, когда я в маске, то, что типа, что, ты губы накачала? Губы накачала? Так вот, было такое ощущение, что да. И слава богу, все спало. Казалось, что у меня пошла какая-то реакция на анестезию, и распух сильно рот, как бы это странно ни было. Губа распухла из-за того, что пошла какая-то реакция на анестезию, не знаю. Мне, короче, сделали три укола. Вылечили 4 зуба. В итоге один начал разрушаться, прикиньте. Просто вот ты сидишь, у тебя во рту там что-то копошатся, и говорят, слушайте, у вас вот стеночка осталась как бы такая тоненькая, и у вас зуб сейчас разрушается, и мы вот сейчас думаем, что с вами делать. Я такая, отлично, прикольно. Кстати, народ, хочу вам посоветовать сайт с офигенными сюрприз-коробками CrazyBox.net, на котором можно очень дешево получить топовые девайсы. И первое, что бросается в глаза, это бесплатная коробка, которую можно открывать на халяву каждый день. И главный приз в этой коробке — iPhone 11. Что еще привлекает внимание, так это коробка смартфонов. Ведь всего за 299 рублей можно легко получить новый телефон. Получай приз, заказывай доставку на свой адрес и радуйся сэкономленным деньгам. И самое важное, они дают гарантии на доставку призов, либо вернут деньги. Так что вперед на Crazy Box за халявным гаджетом. Ссылка будет в описании. А я уже сижу просто никакущая, потому что мне уже до этого сделали, сколько получается, 3 зуба. Вот это роторасширитель у меня во рту. Я уже устала, у меня все болит. И эта боль просто невероятная. И я такая, значит, разрушается. Отлично. А я вам сейчас покажу, что у меня с губой было. Сейчас покажу, что у меня было с губой. При этом я еще завтра туда иду. Ну, если у меня сейчас не будет очень сильно болеть, потому что анестезия сейчас начинает спадать, и у меня начинает болеть десна очень сильно. Десна, начинает болеть зуб. Мне поставили временную пломбу, сказали, что нужно выставить коронку. Я такая, сейчас вам покажу. Сразу говорю, не для слабонервных. А, блин, тут что, неплохо видно, что ли? А я могу показать фотку, которую я Славе кидала. Вот там, да, там вообще жопа. Я просто в телегу кидала, но там не особо видно. Сейчас покажу, если вы готовы к этому. Вы готовы? Сейчас, давайте передадим ку-чату, ой, точнее, инстаграму. Точнее, нет, стоп, инстаграм передаст куча... Вы поняли. Это все анестезия, ребят, я не пила сегодня, честно. Мне нельзя теперь. Теперь все болит. Еще параллельно готовлю пиццу. Вот. У нас не хватило муки, поэтому Слава поехал в магазин и за таблетками. Ну, не пугайтесь, не пугайтесь. Я не настаиваю, не ставлю комплимент, что вы написали, что я красотка. Я знаю, что это ужасно. Но я такой была. Это вот сегодня у меня вот так распухла губа. Как вам такое, чат? Прикиньте, у меня тут чуть ли не до синяка. Вообще жесть. Да мне пофиг, если это будет скринить. Ну, типа, всякое бывает. Инстасамка, реально. Блин. Это вот когда ты слишком часто, да, под губу конфеты засовывал. Вот, растягивается. Не, на самом деле, прикиньте, это от анестезии. Я вообще, я сижу, представляете, я сижу, я чувствую, что у меня вот так вот просто вот губа распухла раза в два. Я поворачиваюсь такая к врачу и говорю, слушайте, ну я понимаю, что при анестезии обычно ты чувствуешь, что у тебя губа себя не слушается, с ней что-то странное происходит, но у меня такое ощущение, подозрение, что она мне немножечко увеличилась в размерах. Она мне говорит, да не, все нормально, как бы обычная губа, ничего там не увеличилось, все хорошо. Я, значит, выхожу в туалет, смотрю, у меня губа просто вот такая вот. Я сижу и говорю, это точно нормально? Да, я зубы лечила. И причем я за сегодня лечила 4... Да, это не я похожа на инстасамку, а инстасамка на меня. Хотя, честно говоря, я не это рассчитывала услышать, просто так вышло, ребят. Уже все спало. Понимаете, у меня вот как-то непонятно, у меня может губа распухать на, я не знаю, на день целый, а может вот так вот просто бац, она была вот такой вот пару часов назад, сейчас уже все. Да, мне было больно, я под конец вообще все чувствовала. У меня начала анестезия сходить спустя там 3 часа. И в итоге я чувствовала, как у меня металлом, как это называется, короче... А, да, аллергическая реакция. Я еще, кстати, об этом думала. У меня же все-таки я аллергик. Ну, типа, у меня там на некоторые лекарства есть аллергия. Вот, и я такая, интересно, все хорошо? Думаю, мне бы сейчас, наверное, антигистаминное выпить. Было бы неплохо. Нет, а Слава не сказал. Он сказал, что на ПП. Он мне сказал, что он на ПП. Сейчас расскажу про металл. Он сказал, что он на ПП. И тут я ему говорю, Слав, а я решил тебе пиццу сделать. Он говорит, в смысле пиццу? Я же на ПП. Я говорю, в смысле на ПП? А как же пицца? Он такой, не, ну пиццу я всегда как бы люблю. Я всегда за пиццу, поэтому, ну как хочешь. Он сказал, и я решила сделать пиццу. Да, мне стало плохо, потому что мне делали... Ну, представляешь,
мне делали, получается, на протяжении 3 часов 4 укола. Естественно, у меня, ну, видимо, не знаю, как реакция такая пошла организма, я не знаю. Но у меня начала кружиться голова, мне стало плохо, и я вот так вот сижу, и у меня просто голова кругом, просто так мне херово было, я ничего не понимала. Поэтому я ему написала, и говорю, типа, приедь, пожалуйста, со мной. Я очень рада, что он приехал, что он забрал меня. Когда свадьба? Не знаю. Что вам, какое нравится? Это как у рэпера. Ну, типа, естественно, я в этом не буду никуда ходить, там, к маме домой, еще куда-то. Но мне кажется, прикольно выглядит. Я чувствую себя рэпершей. Рэперкой какой-то. Видали, модняла? Я не знаю, что у меня с губами стало. Я говорю, типа, слава богу, это все прошло. Но у меня сейчас начинает десна болеть. Я поэтому сейчас буду, походу, пить обезболивающее. Пчелкин ужалил в губу. Но сегодня, да, сегодня у меня было ощущение, что меня Пчелкин ужалил в губу. Как бы это странно не звучало, но именно примерно так я себя чувствовала. Я, конечно, не знаю, каково это, когда пчелки на тебя жалят в губу, но по ощущениям было похоже. Я просто обожаю, я не понимаю, почему вы думаете, что... Нет, если человек делает губы, то губы должны меняться. У меня губы, как мне кажется, не меняются. А вы постоянно думаете, вы так ждете, что я губы сделаю, я не понимаю. Все такие, типа, Катя, ты сделала губы, Катя, почему-то маски ты сделала губы. Все прям ждут, прям ждут. Нет, сиськи делать я не буду, мне моя грудь нравится, поэтому сори.